Всем доброго времени суток, мы с вами продолжаем играть в Game Dev Tycoon. Мы разрабатываем игры, вот наш шумный парень, первый Анми. Он создал компанию Анми и Ко. У него, правда, тут еще машина какая-то, колесо, правда, отдельное. Здесь вот сверху что-то. Я так предполагаю, что это за машинка из какого-то фильма. Но у нас игра абсолютно не об этом. Мы разрабатываем игры, и у нас уже две игрушки. Одна, которая почти что попала в топы. Мы ее создали в подвале абсолютно, я не знаю, там, вместо того, чтобы там тыкать на клавиатуре, он что-то там пишет все время в блокнотике. Ладно, давайте смотреть, что у нас там может быть еще исследование. Нет, у нас просто очков уже не хватает. Поэтому что мы делаем? Мы создаем, наверное, новую игрушку. Нет, не создаем. Или создаем, или не создаем. Давайте посмотрим сейчас тематики быстро. Эволюция... Транспорт нет, музыка, боевые искусства, охота. А давайте вот с охотой. Я даже не представляю, что это за игра может быть. Я думаю, что она будет провальной, но попробовать мне хочется. Создаем новую игру и... О, я придумал. Олени... не, лоси. Вот так, лоси. Лоси... Не то, стоп. Да что? Лоси в ММО. Я думаю, что многих они достали. А я вот один из этих лосей и буду делать игру про себя. Ну, не умею я играть нормально. Ну, вот играю как могу. Тематика, охота. Будем на них охотиться. Жанр. Жанр приключений, ну конечно нет, симулятор охоты на лосей в ММО. Выбираем платформу, ну да, давайте PC прям додавим с отличной 2D графикой и погнали. И сразу с багов начали, отлично. Движок на уровне. Геймплей, ну, движок сейчас чуть-чуть уменьшим. История квеста, охота, симулятор, лоси. Охота, симулятор, история. Ну, какая там нафиг история? Ну, давайте чуть-чуть, вот история. Чуть-чуть прям, вот чуть-чуть. Да, вот так оставим. Охота на лосей в ММО. По-моему, это интересно, ребятки. По-моему, интересно. Во всяком случае, задумка интересная. Не знаю, как там будут диалоги. Да, кстати, там срача достаточно. Давайте вот чуть-чуть. Пусть там, ну, там особо ума-то не надо. Там мат-перемат. Поэтому вот сделаем так. Оставим вот так. Дизайн уровней. Да, ну там... Да-да-да-да. Вот так оставим диалоги. Там, ну, они... Понимаете, да, интеллект. Интеллект вообще бы я вот так ноль сделал, потому что кто это пишет, явно там страдает от переизбытка, видимо, ума. Интеллект, ну, да какой... Ну, нет, ну все равно интеллект какой-никакой должен быть. У лосей они должны хоть что-то отвечать, поэтому давайте им поставим среднюю. Ну, мы-то... Ну, понятно, что те, кто... ладно, дизайн уровней, ну, чуть-чуть понизим, не такие уж там... не надо нам прям там мега. Вот так сделаем. Спасибо для Анми. Патрик и Дэниел Клак. Привет, Анми. Мы являемся создателем Game Dev Tycoon. Хотели бы поблагодарить вас за покупку нашей игры и то, что вы этим самым поддержали нас. Да не за что, ребятки. Является нашей самой первой игрой. Это очень много значит для вас. И что вы наслаждаетесь вашей покупкой. Мы поддержали нашу маленькую компанию. Мы надеемся... Да, естественно, ребятки, вам огромное... Да, представляете, мне написали разработчики игры. Ребята, я всеми руками и ногами за вас. Стадия разработки 3. Дизайн мира, графика, звук. Ну, звук вы сами понимаете, да? Давайте, наверное, дизайн мира мы немножечко приподнимем. Графику немножко приопустим. Вот как-то... Ну, не знаю, может быть, вот выровняем, да? Не знаю, что будет. Вот так, так. Дизайн мира. Давайте графику, да, немножко понизим. А дизайн мира вот у нас будет такой, какой... Да, так, вот сделаем. Вот так, вот.
Ну что там особо на лосей-то там, ну, должно быть вокруг красиво, а лось выбежал, и там бамс, и все. В принципе, здесь особо не надо. Так, что-то у нас багов совсем там целая куча. Ами, ты совсем не стараешься. Ну, в принципе, как и жизнь. Да ленивый, ленивый черт. Все, завершаем. Только не накинь мне еще баг там в конце, как это было в прошлой игре. Бонус, новая тематика, новая комбо. Опа, новый движок, геймплей. Уху, ух ты, дизайн уровней. Все отлично, отлично. У нас пока все, смотрите, у нас идет развитие полным ходом. Выпускаем игру, естественно. Че у нас с деньгами? Че, появились новые отзывы. Давайте посмотрим. Что-то, видимо, не очень там будут отзывы, я так смотрю. Ни рыба, ни мясо. Stargame. Шестерочка. Четверка и шестерка. Представляете, разница. Пятерка. Ну. Пятерка. Ну, если в среднем сложить, то как и первая наша игра. Я думаю, что она в любом случае окупится. Давайте игровую историю посмотрим. Лоси, подождите, маршрутка. Маршрутка у нас была самая успешная. Стоимость 31 тысяча, доход 125, то есть прибыль 94 тысячи. Солнцевские, 31 разработка, доход 65, прибыль 34. Ну, не очень. Ну, не очень. Лоси, ну, посмотрим, что с лосями у нас будет. Что у нас тут? Не появилось ничего. Исследование. Ну, давайте, наверное... Опять не хватает нам на что. Ну, давайте... Шпионские. Шпионская. Ну, давайте шпионов. Каких-нибудь потом сделаем. Я не знаю. Ну, по-моему, неплохо, в принципе, для... первых продаж. Привет, я только что прошел лоси в ММО, я восхищен вашим талантом, я занимаюсь контрактами, могли бы использовать ваши навыки, если вам будет не хватать денег, просто дайте мне знать, и я посмотрю, есть ли у меня работа. Ух ты, вам стали доступны контракты, чтобы увидеть доступные контракты, закройте это сообщение, нажмите, понятно. Отлично, отлично, что-то новенькое, деньги, то есть можно получать вообще новое, отлично, Nintendo. Отлично, отлично. Шпионские. Ну, здорово, здорово, здорово. Что у нас там появилось, что-то нам написали. Да, работа по контракту. Давайте попробуем. Контракты являются полезным инструментом, чтобы заработать дополнительные деньги, а также могут быть полезны для генерации небольшого количества очков исследований. Контракт требует, чтобы вы генерировали определенное количество очков дизайна и технологий, прежде чем время закончится. Ну... подумайте о своем решении, прежде чем проверить, когда, если вы не вложите срок договора, вы должны будете заплатить штраф, так что лучше начать с небольших контрактов, посмотреть, насколько вы сможете справиться. Да, ну это естественно, по-моему. 3-3-3. Ну, здесь давайте маленький самый штраф посмотрим. Ну, то есть вот этот, да? Давайте принимаем контракт и пробуем, получится ли у нас вообще. Анна, ну ты как-то... Ты ленивый черт! Ты чё сидишь-то? Время идет. Да. Я говорю, балбес какой-то. Сидит, башку свою не очень умную чешет. Похоже, ты не закончил. Да я понял уже. Я не знаю, ну как его заставить работать? Тут подскажите, как его заставить работать? Я не знаю, тут нужен еще один вот какой-то парень, который будет его подгонять, подпинывать, я бы даже сказал. Ну что это? Это что это? Лоси в ММО сеанс продаж было продано 11260 копий, общий доход 70... Слушайте, ну мне кажется, не так плохо, прибыль 39. Ну, конечно, не фонтан, это, конечно, не... Так, что мы там, что у нас найти, работа, игровая история... исследование. Можем мы что-то исследовать? Да нет, настолько тупой у нас создать новую игру, найти работу по контракту. Давайте еще раз попробуем. Давайте, не знаю, 7К или 5К. Давайте вот эту попробуем. Что это такое? А, все понятно. Давайте попробуем вот эту. Ну, 8. Ну, давай. Давай! Давай! Давай, говорю! Давай! Тыкай на кнопки быстрее, быстрее тыпай. Тыкай на кнопку еще быстрее. Молодец, молодец, 16 тысяч. Ну мы, слушайте, ну молодец, вот раз справился. Давайте найти работу и последнюю попробуем. Тыкай на кнопки, говорю.
тыкай на кнопки быстрейше. Не трожь блокнот, придурок, не трожь блокнот, положи его, тыкай на кнопки на клавиатуре. Быстрее! Ты неудачник, ты просто... Я... Игровая история исследования. Но исследований у нас не хватает. Ничего на что тебе не хватает создать новую игру. Давайте, ладно, создаем новую игру. Давайте тематики сначала посмотрим. Шпионы, эволюция. А у нас в жанрах есть стратегия? Да, все, давайте сейчас создать новую игру. У нас будет... Замкадыши. Замкадыши, по-моему, вообще отличная тема... Ой, тематика. Замкадыши, это у нас будет где? Где? Эволюция или... Давайте эволюция замкадышей. Мне, по-моему, симулятор. Нет, это стратегия. Или симулятор. Нет, лучше стратегия, мне кажется. Стратегия выживания замкадышей. По-моему, вообще замечательно. Выбрать платформу. Стоимость лицензии 40, еще разработка 30. Да, что-то как-то, мне кажется, мы не потянем пока. Ой, а доля рынка-то распределилась у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 34. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, самое дешевое на PC дальше. Почему PC-то такой вообще убогий? Я не знаю, у меня, по-моему, очень приличный даже PC. Не знаю. Не знаю, но, по-моему, это как-то не очень. Как-то здесь не очень. По-моему, уже пора заняться нам самим. А давайте. Нет, не хочу. Давайте, доля рынка просто очень маленькая. Ну, 20 тысяч на разработку. Если мы 30, как обычно, получим. Да давайте рискнем. Почему нет? Почему нет? Да, с 2D графикой крутой. Так, у нас эволюция, стратегия, движок, геймплей. Так, стратегия же, да, придется чуть-чуть истории квестов туда. Нет, квесты, какие квесты? Какие квесты? Ну, история, вот небольшая история там будет. Хотя, стратегия, движок, чуть-чуть сюда, геймплей. Геймплей сюда. Вот как-то, наверное, вот так все-таки. Я бы вот хотел именно вот такую, наверное, стратегию для себя. Поэтому пробуем. Пробуем вот так это сделать. Так, диалоги. Какие диалоги нафиг в стратегии? Хотя, ну, чуть-чуть диалогов оставим. Вот прям совсем чуть-чуть. Дизайн уровней. Да. Да. Да, детка, да, ты должен быть очень умной игрой. Без диалогов абсолютно, но очень умный ИИ, который будет нам сопротивляться до последнего. Так, и дизайн мира, естественно, графика. Дизайн мира, да, дизайн мира, ну, вот графику тоже немножко сюда, звук. Ну и пусть вот так и останется, да. Не знаю, что получится, ну... Не знаю. Посмотрим. Надеюсь, что что-то получится неплохое. Давай. Баги убирай. Все? Да ш... Как говорит один... Да, хорошо. Я рад за вас. А я хочу на PC делать. Новые рекорды мы поставили. 13 и 13. Очень удачно должна быть игра. 2 числа 13 вместе 26. Не подумайте, нет, отдельно их нельзя считать. Вышла она еще в пятницу, видимо, два раза причем. Выпускаем игру. Выпускаем игру и смотрим. Расходы 8000. Я не знаю, парень, что ты жрешь на 8000 баксов в месяц? Слушай, у меня, по-моему, тут весь подъезд на эти деньги бы прожил. И даже еще и соседние бы, наверное. Так, появились первые отзывы о нашей давно выпущенной игре «Замкадыши». Ну-ка, смотрим. Давайте. Семерочка, отлично. Отлично. Давай, тоже куда-нибудь. Отлично, восьмерочка. Давай тоже что-нибудь в области семерки-восьмерки. Семерка, отлично. И давай, семерка-восьмерка. Восьмерка, отлично. Супер. «Замкадыши» сейчас нас выведут в топы.
И это все, заметьте, на PC мы клали на приставки, и пока свою, наверное, не выпустим, не будем ничего делать. Будем стараться так протащиться. Так, что у нас может быть еще? Давайте работу по контракту. Есть еще какая-нибудь? Наш безвольный парень Анми хочет поработать. Ну давайте вот это какая-то попроще, по-моему, да? Давайте принимаем контракт. Если он поторопится, то он даже успеет этого сделать. Может быть, заодно там, я не знаю, просто идет от этого какая-нибудь прокачка ему. Ну, молодец. 14к еще получили. У нас деньги, смотрите, 260 тысяч уже. Ну, неплохо, по-моему, неплохо. У нас появляются фанаты какие-то свои. Давайте тематику можем какую-нибудь еще... Тематику еще какую-нибудь. Спорт. Ну, я не очень... Хочу и не очень, ну не знаю, в спорт чужие. Ну давайте чужие, я не знаю, вот еще потом экшончик какой-нибудь замутим-то. Мне кажется, нормально будет экшончик с чужими, хотя Alien Colonial Marine, как вы помните, как-то он, по-моему, не очень прошло. Так, рапорт недавно исследован предполагает, что увеличится разнообразие игровых устройств, также стоит рынок для более специальных игр, некоторые платформы становятся более нравящими младшим геймерам, в то время как другие обсуждают более зрелые возрастные группы. Поскольку все больше разработчиков выходит на рынок, мы ожидаем, что разработчики сосредоточат свои игры на определенные возрастные группы, чтобы действительно оказать влияние. Новое исследование, целевая аудитория. Ну, давайте посмотрим. Успешно исследовали новую тематику чужие. Так, исследование. Целевая аудитория. Ну, не знаю. Ну давайте, ладно. Раз нам уж предлагают, почему нет? 30 тысяч, правда, я не хотел давать. Замка за 60 продаж. Было продано 28 261 копия. Общий доход 197. Вау! Не забывайте создавать собственные игровые движки. Это здорово улучшит качество игр. Вы сможете создать собственный движок, кликнув, чтобы создать. Так, слушайте, мы движки уже свои. Так, стоп. А почему? Ну, игровая история. Представляете, 151 тысяча прибыли. По-моему, это самая у нас удачная игра пока что. Даже солнцевские до этого не дотянули, да? Еще у нас какая была удачная маршрутка у нас была. И замкадыши, самая суперская стратегия всех времен и народов. Сейчас мы там чего-то там изучим еще. И потом будем еще исследование проведем. Исследование выполнено, вы успешно исследуете целевая аудитория. Здорово. После массового успеха консоли тест теперь есть слухи, что Вена, другая японская компания, так, ну и фиг с ней. У нас теперь исследование еще. Нет у нас очков на исследование, да? Так, а где нам написали, что мы можем свои какие-то делать разработки? Попробуем вот эту или не попробуем? Да давайте попробуем. Деньги пока есть, почему нет? Хотя мне кажется, может быть, надо было бы свои игры лучше создавать. Давай. В этот раз я в тебя верю, я в тебя верю, чувак. Давай, подножи. Молодец. Контракт успешен, 24к мы получили. Так, ты там ничего больше не можешь, исследование. А где движок? Как нам создать свой движок-то? Как создать свой движок? Написали, вы можете создать свой движок. Ну, теперь вы можете создавать игры под разные возрастные категории. Для детей, для взрослых. Выбор правильной аудитории. Важная выбранная вами платформа. Также играть немало. Так. Да подождите, а тематики-то какие у нас есть? Тематики. А для взрослых-то тематики у нас нет. По жанру... и жанров таких у нас нет. Не знаю, а где движок? История. Исследование. Ну нет у нас очков. Ну давайте игру какую-нибудь замутим. Создать новую игру. А подождите, а тематики-то у нас какие остались? Вот, я знаю, какую мы сейчас сделаем игрушку. Создать новую игру будет у нас называться... глубокая глотка.
Глубокая глотка, это будет для всех тематика чужие, жанр. Экшончик. И выбираем платформу. Ну, сейчас она самая крутая, 38%. Да, и покупаем мы лицензию и поехали. Так, как же нам свой движок-то сделать? Подождите, я вот всю... Давайте чужих сейчас попробуем замутить. Так, у нас экшен-движок. Хороший. Кемплей, ну, кемплей не очень. Давайте в движок. История, ну... Какая тут история, нафиг? Это же... Давайте вот... Да, история у нас совсем... Совсем никакая, так скажем. Вот так даже. Да, совсем никакая. Геймплей. Геймплей вот так... Да, у нас самый главный упор на движок сейчас будет. Давайте на движочек упор делаем. Ну, молодцы, молодцы. Нинвендо, блин. В общем, вовремя мы, конечно, купили у них сраную лицензию, которая нам сейчас уже будет не нужна. Потратили 8 тысяч очень... Ой, 80 тысяч очень не вовремя мы. Так, диалоги. Нафиг диалоги, дизайн уровней, да. И чуть-чуть интеллект понизим, чтобы... лосям типа меня было попроще играть. Ну вот так будет нормально. Давай. Че тут ни технологии, ни дизайн, ничего какой-то. Давай, ты одни баги там лепишь, по-моему. Слушайте, дизайн, да, дизайн, графика. Дизайн и графика. Давайте. Не знаю, хочется в экшончике, звук. Ух, не знаю. Ну вот так. Наверное, вот так почти, что на пределе графика должна быть. Но дизайн мира должен быть всегда просто... Обожаю, когда там все прорисовано до мелочей. Ну, вот так. Вот так. Попробуем так. Что-то у нас фиговенько все идет. И дизайн, и... Не выйдет она ни в топ, никуда. Нет. Ждем. Баги. Технологию. Ну, кинь что-нибудь в технологии. Ай, ну ленивый. Вот, молодец. Еще давай, чуть-чуть. Еще. И вот, все. Отлично. Давайте пробуем. Новый рекорд, я знал. Там было по 13, по 14. Не хотел он 13 закрываться. Поэтому новая история квеста, диалоги. Смотрите, мы добились нового уровня, второго. У нас всего второй уровень. Ёлки-палки, я думал, мы там уже отцы в игроиндустрии. Оказывается, нет. Оказывается, все очень нехорошо даже. Давай. Что там? Появились первые отзывы. Ну-ка. Девятка! Супер, девятка. Это что такое? Informer Game. Удали свой журнал. Люблю ее. Ну вот восьмерочка. Давай. Ну, вот Informer Game, он не информирует, это просто куплен моими конкурентами. Ребят, вы даже не обращайте на это внимания. Это не про нас было. Мастер Отвена была выпущена. Дай фиг с ней. Я надеюсь, пока 30% рынка-то есть у Нинвенда. Поэтому мы должны затащить. Мы должны просто затащить. Давайте посмотрим. Так, история. История. Глубокая глотка. Доход пока... Мы уже в огромном плюсе. У нас пока глубокая глотка просто рвет все... Недавно выпущенные игровые консоли от компании... всколкнул рынок во всем мире. Эксперты по промышленности говорят, что консоль не очень хорошо продавалась в Северной Америке, но что будет процветать в других частях мира. Ну и нормально. Значит, своя доля рынка у Нинвенда останется, поэтому все замечательно. Смотрим. Давайте на продажи. Пока у нас денег все больше и больше на эти работы по контракту, исследования. Давайте дальше. Город, спорт, жизнь, мода. Нет, город. Нет, подождите. Ну да, давайте. Давайте. Исследуем новую. Будем в конце концов сочетать несочетаемые, пробовать. Может быть, что-то у нас так попрет, что... Игра снята с продажи. Глубокая глотка была продана 45,5 почти что. Ну, чуть больше копий. Общий доход 319. Почти 320 тысяч. Офигеть. Ну-ка. Игровая история. Мы получили 200
55 чистой прибыли, представляете? За МКАДыши у нас 151, 46, правда, разработка, а здесь 64. Ну, слушайте, ну здорово, здорово, вообще обалденно. А, и у нас завершается новое исследование. Мы исследовали тематику город и попробуем ее в следующей серии. Спасибо всем, кто меня смотрел. С вами был Анми, и до новых серий. Всем пока-пока.